Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. Канал «Это не диалоги о рыбалке». Коротко о погоде. Минус 15 градусов. Ветра почти нет. Давление 748. Долгота дня 7 часов 51 минута. Едем на рыбалку. Что, друзья, начнем проверку. Леха, вон там вдалеке где-то место нашел, с сыном ставит перемет. Мы сейчас сначала проверим, а потом тоже будем проныриваться. Пусто. Тычки мы эти снимем нафиг, лишние лунки не долбить. Вот тут, скорее всего, сидит налим, что-то палку наклонил, видать, оттягивал. Вчера вроде вечером уезжал, ровно стояло. Леха, все что ли уже? Пронырились, но он говорил, что утром поедет наживку рыбачить и проныриваться. У меня нянька только пришла. Света сегодня меня подменяет. Марин на работе. Так. Витек на больничном. Так что я пока один. Да? О, хороший. О, 6 кг. Так. Ага, дубинку не взял. Почти прикимарил. Шевелится еще. Но уже вялый. Бонус есть. Опа. Так, ладно. Эту тычку пока оставим, наверное. Там посмотрим потом. О, Леха уже по краю льда летает. Тут подмерзло все со вчерашнего вечера. Выбрался на Енисей. Да что-то жарко, оделся. А? В воде. Ну и что вы? Поставил что? Да что? Давно. А там кто еще? Вот это я не знаю, кто там. Либо перемет, либо что стоит. Не, вон, на снегоходе. Ворон. Ага. Леха говорит, место неудачное, некрасивое, глубина не нравится ему там.
Так, эту удочку мы здесь оставим. А вон те мы будем переносить. Перемет будет там стоять. Эти удочки туда перенесем. О, это у меня гламурная удочка, блестящая. И рыбка там есть. Ну давай, черная дыра. Давай нам бонуса хорошего. Идет, дергается. Даже не один. Опа! Есть контакт. Так. Получается, перемет. Тогда я сюда ближе чуть смещу. Хорошо, сначала проныривать не стал. Эту удочку уберу. Или нет? Да, эту удочку я уберу. Или нет? Нет, оставлю. Просто чуть-чуть подтяну перемет. Те удочки уберу. Другое место, чтобы снизу никто не подрезал, туда их поставлю. А? Налимчики заулыбались. Оба! Хороши. Уже два бонуса есть. Опа. Опа. Так, это пока все останется тут лежать. Потом буду только наживлять, когда наживку наловлю. Все, переходим. Долбим дальше. Посмотрим на глубине как. Видите, вечером вчера эти удочки проверял. Не было ни хрена. Сейчас уже его радует. Все. По льду можно бегать уже вообще смело. Все промерзло. Попробую сегодня перемет пронырить пилой. В одну трещину пропилить. Не знаю, получится у меня это или нет. Ну попробую. Проволоку, конечно, взял с собой. Если что, проволокой протянем. Сначала попробую пилой финской. Так, это у нас будет убираться удочка. Другое место. В дальнейшем они будут вообще убираться. И будем ставить продольный перемет. Но это когда встанет Енисей, когда появится течение. Здесь пока течения нет. Его не будет, пока Енисей не встанет. А на Енисее льда еще совсем херня. Ну уже гладухи понесло. Подморозило, сразу понесло. Завтра, послезавтра обещают мороз, а потом опять погода чудить начнет и пойдет в плюс, в гору. Тут вчера китикетой сидели. Посмотрим, что сегодня. Уже явно не пусто. О, что-то перепутали проволоку. Она у меня как запоперечилась теперь. Ладно, загибаем. Один есть. Крючки близко получается. На проволоке. Что-то такой. Почти кимарит. Ну, отдай. Удобно рыбачить вот так вот. Блин, к проволоке сматываются. Тут еще, походу, налим был, сошел. Крючки он в кучу. Отдыхай, товарищ. О, еще один есть. И тоже, смотрите. И тоже. Ну-ка. Тоже спит, что ли? Да, спит.
Ёршик у него, он вывалился. Ладно, собакам. Так, это распутать надо сразу, пока ничего не замерзло. Ну и вот это еще одна удочка. Тут у нас два или три крючка, что-то я уже забыл. Запамятовал. Так, это тоже будем снимать. Переставлять. Что, поехали? О, тут ничего не чувствую. Так, так, так. Уже озадачивает, в какую сторону перемет стащить. Где тропа на лимье? В принципе, для этого ставятся удочки. Ходишь контачить, чтобы хоть как-то прощупать, где и что пойдет. О, крючка тютю. Ладно, стычки перевяжем. Как-то вот так. Вот такой улов, друзья. Получается, с 5 удочек 5 налимов, 2 из них бонусы. Отлично. Все, подготавливаемся к проныриванию. Определиться сейчас еще, куда что вот эти палки надо вытащить. Потому что они, по-моему, там в воду уходят. Если что, чтобы потом ничего не цеплялось. Так, 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 так. Получается, я все-таки смещусь маленько переметом в берег. Вода еще упадет, потом прибудет. Буквально 4 метра отойду еще в берег. И все, и тут он будет стоять. Попробую пронырить пилой. Если что, покажу, получается, не получается, не получается. Так будем проволокой по старинке. А пока все вот так. Друзья, думаю, весь процесс установки перемета показывать не обязательно. Берется веревка. Грузик на конце. Проволока с крючочком. Загибулина такая. Лунки через расстояние, которое достанет проволока. И поехали цеплять. Цепил. Грузик опустил. Веревочку на ногу, чтоб не убежала. И пошел цеплять дальше. Каждый год показываю, как поставить перемет. Но постоянно вопросы возникают. Как покажи. Можно просто посмотреть начало прошлого сезона. Там будет, по-моему, полное видео по установке перемета. По-моему, позапрошлый сезон. Полное видео по установке перемета. Протягиваем веревку, прогон. Все. Потом привязываем груз к перемету. Наживляем, запускаем стоянки, палки. Все это, как бы говорю, уже 100 раз показано. Ничего сложного почти нет. С таким льдом вообще ничего сложного нет. И все равно это работа, время, конечно. Но это работа тебя кормит потом всю зиму. Буквально за полчасика я поставлю перемет. Только наживку еще не ловил. Прогон запущу. Ершей поймаю и затяну перемет. Завтра у нас уже будет полноценная черная дыра.
пара удочек для тоже так же, как сказать, разведки, и чтобы тут вот снизу не заняли место, не подрезали ход к моему перемету. Воткну эти удочки, чтобы уже никто наверняка не поставил. А потом, говорю, течение появится. Запустим продольный перемет. Все, вот так прогон уходит под лед. Так как шить? Нитка с иголкой почти. Только что не перехлестывается сверху, а засовываешь только вниз. Раз и готово. Пилой попробовал пилить, думал же трещину сделаю большую, но это будет намного дольше, хоть и лед тонкий, но это будет очень долго. Попробовал, ага, пилит отлично. Лунки и пилить будет просто милое дело. Ну, пока это не требуется, если вдруг придется переставлять, ну и потом под продольник будем пилить пилой. Конечно, удобно пилить швыдкой. Но, говорю, трещина с проныркой у меня не прокатила. Веревку потом будет сложно утопить, потому что шуга сразу сзади подмерзает. Пока я буду пилить, эта трещина вся замерзнет. Будем все делать, как и раньше. Можно взять, конечно, длинную палку, нырила метров 12, пронырить это все дело за три лунки. Но это все равно лучше делать вдвоем, как бы, как деды делали. Ну, а мы сейчас делаем так. Да, сейчас все деды вот так же делают. Мало кто уже палкой проныривает, потому что многие по одному рыбачат. Способ с проволокой легкий и удобный. Ну, считай, что у меня раз, два, три, четыре, пять лунок. И все, готово, прогон на месте. Пока тонкий лед, можно было еще прогон, конечно, пронырить. Там. Но, ладно, не буду. Так, удочками место обозначу. Да и если ставить больше снастей, то это очень много времени занимает. Плюс наживку добыть не так уж и просто иногда. Так что все. Две снасти и достаточно. Ну и плюс, когда поконтачить еще. Когда очень хочется ощутить удар в руку. Ну, как-то вот так, друзья, работаем, ставим перемет, и завтра уже полноценная проверка у черной дыры. И надеюсь, будет отличный улов. До завтра, друзья. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. Еще раз всех с днем водителя. Меня маленько обманули в пятницу. День водителя сегодня. Я даже не смотрел в интернете. Ну да ладно. Еще раз всех, кто за баранкой, кто сейчас в пути, ни гвоздя, ни жезла вам, друзья. С праздником. Енисей наш потихоньку шуршит гладухами. Парит. Влажность, кстати, у нас сейчас 86% и 6, по-моему, смотрел утром. 15 градусов достаточно уже. Ощущается морозик. До завтра, друзья.